Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами готовим нектарины в сиропе. Вот я здесь уже начала делать. Для этого сейчас я стерилизую банки. И для этого нам понадобится на 2 килограмма нектарин, литр воды, 400 грамм сахара. И вот я уже приготовила сироп. Смешала и прокипятила 3 минуты. Теперь я очищаю нектарины. Для этого в кипящую воду я забрасываю буквально на несколько секунд нектарин. И здесь у меня вода со льдом. Вода со льдом, где я устраиваю шоковую терапию нектарин. То есть сразу после кипящей воды я отправляю в ледяную воду. И очень легко потом нектарин по этой линии вот так надрезаем. И прокручивающими движениями проворачиваем. Вот, кожица легко снимается. Итак, чистим все нектарины. Вот легко снимается кожица наша, и они получаются очень нежные, сочные, невероятно. И зимой это будет такое удовольствие. Этот компот можно добавлять, нектарины можно добавлять и в выпечку. И просто съесть как десерт. Так что вот. Итак, я чищу все 2 килограмма нектаринов. Поехали! Ну вот, я переложила, банки простерилизовала. Вот так выглядит компот. И провариваю его 5 минут на среднем огне. И потом раскладываю по банкам. Банки я предварительно помыла содой и простерилизовала. Стерилизовала тоже 5 минут. Сейчас эти нектарины в сиропе проварятся. Будет нам прекрасный десерт. Вот такие они гладенькие, аккуратные. То есть очень сочные получаются. Сироп можно, конечно, делать и не в сиропе. Но в сиропе, мне кажется, они менее сладкие. Не такие сладкие, как если просто их сделать в собственном соку и засыпать сахаром. Ну вот у нас нектарины кипят, пену я не снимаю, потому что в пене вот все желирующее вещество это. И сироп будет более таким тягучим и более натуральным, то есть не будет водянистым. Нектарины 5 минут прокипели, теперь я их раскладываю по банкам.
горячо. Так. Ну и так я раскладываю по всем банкам. Конечно, не надо, чтобы вот они были частично не покрыты. Что-то я немного переложила в эту банку. Ну да ладно, она будет съедена первой. Лучше поаккуратнее, конечно, делать. Так все банки раскладываю. Ну вот, получились такие баночки с компотом, с нектаринами. Они очень сочные и очень сладкие. Ну, всегда лучше покупать сезонные фрукты и овощи, фрукты. Либо замораживать, либо делать заготовки. Теперь я это все укутываю и оставляю на 8 часов до полного остывания. И можно хранить либо в холодильнике, ну даже так сохраняться. Месяц-два могут храниться в обычной квартире. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!